Всем доброго времени суток, с вами Assaulter47 и это мой очередной видео урок по флиппингу. В этот раз мы поговорим о таком элементе как шорт-стоп. Рассмотрим мы один из вариантов его выполнения, который выглядит следующим образом. Шорт-стоп — это сложный элемент флиппинга, для изучения которого нам понадобятся Y2K, Reverse Y2K, Reverse Chaplin. Перейдем к выполнению шортстопа. Держим нож обратным хватом за безопасную рукоять. Выполняем Y2K, при этом оставляя большой палец на внешней стороне опасной рукояти. Отсюда делаем реверс Y2K и ловим нож в вот таком положении. Используя инерцию от реверс Y2K, продолжаем вращение, при этом убирая с безопасной рукояти большой палец и утягивая вниз указательный и средний пальцы. Опасная рукоять при этом должна раскрыться вот так. Сохраняя инерцию, ловим нож уже открытым, в обратном хвате, как бы схлопывая рукояти. Для того, чтобы немного облегчить последний шаг, на этапе выполнения элемента, когда опасная рукоять начинает раскрываться, можно сделать небольшое движение плечом вперед. Вот и весь элемент.